Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас видеть у себя в гостях на канале Виталия Рафеева «Чувство знания». Сегодня мне хотелось сказать большое спасибо за просмотр тем людям, которые смотрят мои видосы, да, и тем подписчикам привет, которые подписались недавно, немногочисленным. Но я надеюсь, что ваши ряды будут прибавляться со временем, потому что мой канал, он как ваша настольная книга, он всегда будет вам полезен, вы всегда можете к нему обращаться в тех или иных жизненных ситуациях, затруднениях, вы можете обратиться к этому каналу, посмотреть те или иные видео в плейлисте, найти в них какую-то себе поддержку, веру, надежду, в силы, в свой успех, в свои достижения, мотивацию и тому подобное. Так вот, дорогие друзья, сегодня мне хотелось вам начать разговор о том, что я обещал в предыдущем видеоролике, что буду записывать видео по теме соблазна. А сегодняшнее видео я хочу открыть новый плейлист, который называется «Женские секреты». Такой широкий плейлист, потому что мне хотелось сделать две параллельных плейлиста: «Мужская правда», да, и «Женские секреты». Так вот, сегодня мы начнем говорить о женских секретах. Это будет любопытная тема для мужчин, и также любопытная тема это будет для женщин. Я надеюсь, что обе стороны найдут в этих видео какие-то свои интересы. Так вот, сегодня все-таки мы будем говорить о соблазнении. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас с вами такая тема соблазна, да? Соблазна, но этот соблазн непростой соблазн, скажем так. Он имеет две стороны. Одна сторона этого соблазна, как я вам говорил в предыдущих видео, для мужчин может быть как бы негативную роль вести, когда мужчина поддается соблазну со стороны женщины, да, и этот соблазн как бы приводит его к неправильному восприятию, к неправильному принятию решения в будущих своих каких-то делах, своей каких-то перспективной жизни, да, либо мужчина движется по другому пути соблазна, да, когда он выстраивает отношения и связи вокруг женщины, и потом женщина вынуждена найти подход к мужчине другой. И таким образом мужчина соблазняет женщину, как бы, да. Сегодня мы начнем эту тему. Так, каким заголовком? Заголовок будет простой. Женские секреты, да? То есть женские секреты. То есть женские секреты. Итак, первый женский секрет, который вы, мужчины, вряд ли знаете, вряд ли вы его осознаете, потому что вы постоянно находитесь в состоянии такого, молодые, особенно мужчины, да? В состоянии сексуального голода, сексуальной потребности, да, и у вас как бы маленькое сознание затуманено женщиной, да. Так вот, первый секрет женщины, мы его назовем, как будет секрет называться, не знаете, секс для женщины не может быть без причины. Это важно, первый секрет, причина. То есть женщина занимается с вами сексом, любовью, вы там трахаетесь, почпокаетесь, как-то еще там жаргонно выражаете, да? Всегда по причине. Другого варианта быть просто не может для женщины. И если вы игнорируете этот секрет женский и пытаетесь заняться женщиной любовью, пытаетесь заняться без причины, то в этом случае вы попадаете в состояние соблазна, то есть вас соблазняют, и вы, соответственно, идете по другому пути неправильному, скажем так, пути более трудоемкому для себя. То есть вы начинаете много работать в перспективе жизни своей или много служить там, если вы поддались соблазну и занялись любовью, сексом с женщиной без причины. Это важный постулат, очень важный. Это первый секрет женского обаяния, мужского соблазнения и вот в этих вообще этих отношениях. Так вот, причина, второй секрет какой будет, да? Второй секрет будет следующий. Второй секрет. Это вот сейчас возьмем черный карандаш. Второй секрет будет. Причина
всегда должна быть какой? Причина всегда должна быть разумной. Разумная причина. Это важно. Вот две важные вещи, на которые вы не обращаете внимания. И я в том числе не обращаю внимания, а обращаю внимание на совершенно другие вещи. Да? Мы, мужчины, слабые существа и подвержены таким женским прелестям, соблазнения и всему подобному. Да? Но как только вы сможете стать мужчиной, то есть мужчина – это состояние независимости от состояния собственного пола, мужчина отказывается от женской любви, от женского обольщения, от женского соблазнения, и тогда он может увидеть причину, по которой женщина согласится заниматься с ним любовью, согласится сексом заниматься с ним. Да? И вот в этой ситуации женщина всегда женщина подсказывает мужчине причину, по которой она бы хотела заняться с вами любовью, сексом и тому подобное. Да? То есть она готова быть соблазненной, как бы она готова к вам под руку к вам лезти. Да? Но если вы узнали причину, так как причина может быть разумная, и часто эта причина не совсем для вас, мужчин, или для меня, для мужчины, как мужчин, да, не совсем разумная со стороны, с точки зрения мужской, не совсем разумная, и даже, может быть, она глупая быть, и даже, когда я буду эту причину разумную воспринимать, я буду чувствовать себя глупо, неловко, или я буду какие-то действия исполнять, или какие-то поступки совершать, буду неловко себя ощущать и не таким мужественным, не таким брутальным, да, и смешным могу быть. Но причина, она всегда есть. Всегда есть причина. Итак, вы, дорогие мужчины, чтобы соблазнить женщину, должны знать причину, и она должна быть разумной. Откуда вы узнаете эту причину? Вам сообщает женщина. Она всегда, что делает женщина? Она тем или иным способом обращает ваше внимание на себя. То есть третий секрет женский – это внимание. То есть внимание. Вы скажете, что какой здесь секрет? Здесь нет секрета, да? Но я скажу вам, что ваше восприятие изменяется, и вы к этому пункту относитесь несколько так легкомысленно. А женщина всегда просит, всегда относится, чтобы к ней мужчина относился с вниманием. С вниманием. То есть она пытается завладеть мужским вниманием постоянно. То есть когда вы рядом с женщиной, она, чтобы вы уделяли внимание, совершая те или иные поступки для нее, те или иные действия, то есть окружали ее вниманием своим. Окружение вниманием, это очень важно. Когда вы начинаете окружать ее вниманием, когда вы рассматриваете ее со всех сторон в разных ситуациях жизненных, да, то есть в разных ситуациях вы начинаете ее рассматривать, женщину, то причина, она как бы проявляется. Где находится причина? Четвертый секрет. Причина находится во времени. Время. Вот этот пункт, четвертый, да, очень важный, что причина находится во времени. Она не находится вот прямо здесь и сейчас. Вы увидели, вот посмотрели на женщину, на ее прекрасную грудь или на ее очаровательную улыбку, и вы осознали причину, да? Что вы должны сделать, какой поступок совершить, чтобы женщина поняла, что это разумный поступок, совершенный вами мужчиной, ради нее. И соответственно, она готова с вами заняться любовью, сексом, да? Нет, это не может быть вот мгновенно. Это необходимо время. Поэтому женщина просит вас ухаживать за ней. Это такие простые истины, да? Но я вам показываю их в другом свете. В другом свете, да? От которого вы не знаете. То есть ухаживать за женщиной во времени. Уделяя внимание, ухаживая во времени. Таким образом, вы собираете
как бы в кучку разумную кучку такую, да, в которую вы потом наступите в эту кучку и будете выглядеть глупо. Но тем не менее, вы узнаете разумную причину. Это основные вещи, которые вы должны руководствоваться ими, когда пытаетесь обольстить женщину, соблазнить ее и затащить ее как бы в постель там, и тому подобное. Но постель для вас не должна быть главной. То есть для вас главное что? Для вас главное что? Вытащить свои мозги из штанов, вытащить их оттуда, мозги из штанов, и обратить свое внимание. Внимание на женщину обратить. Обратите внимание. Совершать те или иные действия, те или иные поступки. И в этих поступках собирать восприятие свое. Поэтому ваше восприятие должно быть трансформировано, должно готово быть к собиранию причины разумной у себя в сознании. Понимаете, чтобы вы могли сами быть готовы к восприятию. Трансформация вашего сознания должна быть, понимаете? То есть, когда я рассказывал там в видеороликах о правильном свидании, а если вы подойдете к этому вопросу серьезно и грамотно, как подходит к нему девушка и женщина, да, когда выбирают себе спутника жизни, да, вы также подойдите к этому вопросу серьезно и грамотно, посмотрите мои видосы там, да, про правильное свидание, и там есть такой пункт трансформация опыта вашего и тому подобное, и когда вы обретаете способность к рассуждению и к размышлению в пространстве времени одновременно. И таким образом вы способны увидеть причину, разумную причину увидеть, и совершить тот или иной поступок, после которого женщина просто отдается вам, да? И так, тут вы видите, не видите, главная причина, которая находится в женщине, это, сейчас мы этот секрет внимания, который я уже неоднократно, этот постулат рассказывал в разных видеороликах с разными ударениями, я вам говорил о том, что существует такая тема независимость. То есть женщина не хочет, не желает, чтобы вы, мужчины, занимались с ней сексом, понимаете? Секса нет, понимаете? Не надо женщине никакого секса. Не надо. Ей важна независимость. Вот независимость для нее важна. Вот независимость. Независимость. Если вы, изучая причину разумную, поймете, что там кроется ресурс для увеличения вашей мужской независимости, то, соответственно, вы, мужчина, становитесь объектом соблазнения. То есть вы желанны становитесь для женщины. Вы, увидев в женщине причину разумную и найдя к ней путь, потому что она вам будет все равно указывать этот путь, направлять вас к этому пути, вы будете увидеть ресурсы, которые увеличат вашу независимость, мою независимость от женщины. Вот женщина, независимость. Выйдете из состояния пола. Вы рядом с ней не хотите заниматься любовью. Она голая будет перед вами. Она будет вас соблазнять. А вы не хотите заниматься любовью, потому что вы независимы. Потому что вы причину осознали. Вы совершили какие-то действия, поступки и тому подобное. И вы нашли этот ресурс независимости сами, без женщины. Это самое главное. Самое главное для женщины – такой мужчина, который способен найти независимость, источник независимости. Для женщины это очень важно. И за эту независимость она готова отдать не только вам свое тело, но и свою душу, и все что угодно. Безусловно, она это вам отдает, тело свое, как в сексуальном плане, да, на время, так и называется-то. То есть, поэтому время у нас такая переменная величина, то есть, это временная величина, как бы вы получаете женское тело, женскую душу, да, на время. Потому что время независимо. Понимаете? Вот главное. То есть как только вы поймете тот или иной путь, направление, верный путь, правильный путь, возможно, женщина будет вас сбивать с этого пути, пытаясь узнать, насколько вы уверены, независимы, движетесь к этой цели, к причине.
к ресурсам, которые дают независимость. И когда вы получаете независимость, женщина, соответственно, начинает вас соблазнять. Теперь уже не вы будете ее соблазнять, она вас будет соблазнять. И удержаться от соблазна, потерять свою независимость. Очень трудно для мужчин, да? Но, тем не менее, это возможно. Возможно. То есть, предыдущие видеоролики я вам показывал в состоянии зеро, когда мужчина именно определенными порядком выстраивания отношений и связей в окружающем женщинам мире может разделить независимость и свободу с ней в пространстве, да, и создать такое единое состояние зеро, объективное состояние, в котором он может, мужчина, увидеть мир объективно и выстроить свою линию поведения грамотно. То есть он может конкурентно преимущества какие-то получить в окружающем мире перед другими мужчинами и женщинами благодаря этим действиям. Так вот, вот этот вопрос очень важный. Мы к нему еще не раз вернемся. На сегодня эта тема, я думаю, вам понятна более-менее, да? Мы продолжим ее разговаривать в следующем видеоролике. Итак, друзья, я благодарю вас за внимание, за просмотр. Если вы досмотрели этот видос до конца, вы реально продвинутые чуваки. Да? Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь. Всех вам благ. Соблазняйте женщину грамотно. Ищите причину. Ищите разумную причину. А следствием будет секс. Итак, дорогие друзья, всех вам благ. Будьте здоровы, счастливы. Любите своих женщин. Оставайтесь со мной на канале «Чувство знания». С вами был я, Виталий Рафеев. Пока.